Всем привет, вы на канале Toy House, и как вы поняли, сегодня у нас на обзоре были автолегенды новая эпоха номер 34, это Lada Vesta Cross. Это уже шестая Vesta от компании Diagostini. К сожалению, серия эта заканчивается, у нас ее не будет больше, по крайней мере, наверняка не будет, может быть возобновят, но пока нет. Lada Vesta Cross отличается от обычной, в принципе, просто поднятым кузовом и черным пластиковым обвесом. Вот как вы видите, на оранжевый есть такой, и вот на этой новой синий тоже такой обвес присутствует, чуть повыше клиренс соответственно. Сегодня был у нас вот такой вот обзор. Если вам понравилось, ребята, с вас лайк, подписывайтесь на канал. Все, всем пока и всем, конечно же, добра.